Боевой матч непростой для двух команд. Три очка важные, что для нас были перед началом, что перед Енисеем. Отсюда, наверное, может и качество было не очень хорошее. Но, знаете, есть моменты, когда нужен результат. И мы выиграли игру, дотерпели. У нас 5 туров мы играли красиво, но не набирали очков. Поэтому надо было где-то наступить себе на горло и перетерпеть этот момент. То, что как раз сегодня сделали ребята. Дотерпели, выиграли игру. С чем их и поздравляю, болельщиков наших. Спасибо, коллеги. Пожалуйста, давайте перейдем к вопросам. Не забываем представляться, называть свое СМИ. Да, пожалуйста. Сегодня играл Енисей и Урал. Прежде всего, это мои друзья, близкие друзья, они ими останутся. Поэтому здесь никаких дополнительных накачек и настроений в этом плане. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Давайте я про свою команду поговорю. Я только пожелаю удачи своим друзьям в дальнейшем. Но для этого есть у нас установка, да, на которой присутствует команда и тренерский штаб о таких вещах. Некорректно, во-первых, и, наверное, неправильно. Кроме как главный тренер команды не скажет этих своей, я имею в виду. Будем так корректно. Поведу себя. Вас поздравить с победой в памяти в городе, в регионе. Подарить книгу Виктора Петровича Астафьева, нашего известного писателя. Hyundai.